Если коэффициент пропорциональности мал по классике, то мы должны наблюдать очень медленный подход к уставке, растянутый во времени. Что, блядь? На каком это языке? Ну, говоря о мощности, я имею в виду скважность импульсов, потому что все-таки регулятор с дискретным релейным выходом. A few moments later. Так, на чем мы тут остановились? А, вот. Так как процесс очень продолжительный... По сравнению с паузами между словами вообще нет. Все так быстро, что я еле успеваю. Так вот, по классике настроить регулятор не удалось. Метод Циглера-Николса, метод ступенчатого возмущения. Ну нет, я не готов подбирать полжизни этот коэффициент пропорциональности.